Валюша, снимаю для тебя видео. Видеообзор магазина «Мебель Мира». Правда, находится он далеко от нас с тобой, где мы живем. Перед Евпаторией. Мебель тут очень мне, Валя, понравилась. Тут, смотри, прихожие. Шкафчики. Ломаю инвентарь. Шкафчики, видите? Цены, кстати, приемлемые. Дешевле, мне кажется, чем у нас на ЮБК. Вот прихожие. Там на любой вкус, на любой манер, фасон. Это такие тумбы, где можно присесть. Вот так вот. А тут обувь хранится. Вот такая обувница. Вот. Любые диванчики. Какие? А вот. Снимаю видео для своей приятельницы Вали. Вот тумба под обувь. Нет, ну вот там большая, там, наверное. Сейчас покажу вам. Кухни красивые тут. Сейчас пройдем рядами. Вот такие прихожие. Наверное, у кого маленькая квартира, тем вообще прекрасно. Мы тут купили стол. Раздвижной. О, шкаф-купе. Так. Салон новый, только открылся. Поэтому у них цены не сумасшедшие. Любые шкафы, столы, стулья, обеденные столы. Вот, мы вот такой взяли. Вот. Смотри, Валя. Только в другом цвете. Вот он так раскладывается. Нам как раз надо для маленькой квартирки. Вот. Ну, очень удобный столик. Ну, такие раньше были у нас в Советском Союзе. Только эти хоть полегче, а то те были лакированные и тяжеленные. Обеденный стол такой. Раскладывается вот так. Вот он раскладывается вот так. Большой такой. Так, детские спальни. Письменные столы. Тоже на любой вкус, цвет. Фасон. Вот. Кровати очень, кстати, удобные. Ого, какие огромные отделения. Тут можно вообще все положить. Так, их тут два. Вон второй. И недорого. 10 тысяч такая кровать. Правда, без матраса, я так понимаю. О, двухэтажные кровати. Тоже очень удобные там места под кроватью, куда все можно складывать. Ого! Ого! Стоим вообще места. Ой, тут вообще цветные, красивые. Вот так. Правда, отделения узенькие. Так как у моих девчонок, так там одежда и сюда одежда точно не поместится. Так, сейчас покажу спальни вам. Так, это спальня. Кровати такие, спальные гарнитуры. Трюмо. Комод. С таким шкафчиком.
Тут прям вообще, конечно, мне понравилось. Так, еще мы себе тут комод присмотрели, сейчас тебе покажу. Это я с подругой приехала. Где этот комод, который нам понравился? Ага, не сюда, не сюда. Вот он, сейчас покажу тебе комод. Тут любые комоды, маленькие, большие, узкие, широкие. Но у нас мы запали на вот этот. Понравился. Смотри, такой прям, как секретер, что ли. Вот нам сейчас тоже его упаковывать будут. Такие вместители, мне кажется. Ну, как она считает, ящики. Не знаю. Диваны. Кстати, в Алуште у нас такой диван стоит 20 тысяч. В другом немножко цвете. Тут прикол в том, что вот этот вот чехол снимается и стирается. То есть он очень удобный. Вот он еще в таком цвете есть. А здесь получается на 3000 дешевле. Ну, магазин прекрасный. Люди постоянно приходят сюда. Тут постоянно шумно. Так что... Ой, хорошая мебель. А всегда тянет на новое. Так что будете в Евпатории. Адрес я вам скину. Заезжайте. Мебель выбирайте. А, кстати, девочки, знаете, на что я обратила внимание? Здесь очень-очень классные, я не знаю, как их, обогреватели. Значит, это он не масляный, не водяной, это камень. Это камень в такой, получается, как, не знаю, обрамлении. Не знаю, даже это пластмасса или алюминий, наверное, ну, явно не пластмасса. И... Камень можно выбрать любой. Смотрите, сейчас покажу. Вот, любой камень. То есть ты выбираешь, это как нагревательный элемент. Как нам тут объяснили, полезно для здоровья. Воздух не жжет, не пересушивает у девушек кожу. Так что, ну, ценовая политика разная. Например, натуральная каменная плитка. Такая цена. Слоновая кость. Типа, не знаю, что тут дерево, не дерево, но кость слоновая. Вот такая одна плиточка столько стоит. Так что берите на заметку. Наверное, очень полезное приобретение. Ну все, мои хорошие, на этом я вам видеообзор сделала. Валюшенька, привет тебе от меня из Евпатории.